Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Tesla Model S. Ремонт левой стороны и переда. Итак, машина прибыла на ремонт, хозяин уже немного ее разобрал, полностью сделана из алюминия. Ремонт будет трудный и долгий. Разбираю. Спонсор этого видео – магазин автозапчастей «Сротус24». Сайт работает на трех языках. В наличии около 15 миллионов БУ и новых деталей. Детали к этой машине были куплены здесь. Доставка по всему миру. Ссылка в описании. Итак, машина разобрана. Пробую потянуть правый лонжерон. С вытяжными работами я закончил. Теперь начинаю удалять весь поврежденный металл. Итак, лонжероны и весь поврежденный металл были удалены. Теперь я буду равнять перегородку.
перегородкой я закончил. Теперь я собираюсь отремонтировать небольшой участок стойки. Итак, небольшие повреждения исправлены. Теперь я могу устанавливать лонжероны. После примерки лонжеронов места соединений промазываю клеем для кузова и устанавливаю лонжероны. Сами лонжероны крепятся болтами. Выравнивать размеры буду с установленным подрамником. Теперь размеры гуд, где надо прикручиваю, где надо привариваю. Установил я подвеску, ну и другие элементы переда. Теперь устанавливаю телевизор, крылья, бампер, фары. И вот как бы с передом я закончил. Ну а теперь осталось последнее, отремонтировать левое заднее крыло. Решил его полностью не менять, только кусок. Для этой работы у меня есть донорский кусок. В этом ремонте я буду использовать кузовной клей, заклепки и сварку. Thank you.
Работа с задним крылом закончена. И работа с металлом тоже. Машина уезжает на покраску. Итак, машина вернулась с покрасочного цеха. Собираю ее. Ремонт этого авто закончен. Этот ремонт занял 30 дней. 20 дней работа с металлом и 10 дней покрасочной работы. У меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!